Дорогие друзья, я сейчас нахожусь на даче у своих родителей, где буду тестировать сервис дополненной реальности Валлами. Буду тестировать на своих детях и покажу вам, как он работает. Я создала для них квест. Я на стенах спрятала определенные надписи. Я сделала для них закодированное предложение. Их задача при помощи тех надписей на стенах, которые они сейчас найдут при помощи этого сервиса, раскодировать мое предложение. Сейчас тогда расскажу. Вот, смотрите, друзья, вот видите, здесь в блокноте наверху первая строчка, та, которую нужно раскодировать. Не очень писать на воздухе. Не очень. А девчонки сейчас находят мои тайные послания. Покажу, как это работает, как они рассказываем, как это работает. Эвелин, подноси телефон. Она сканирует, и появляется определенная надпись. Это не А, это просто уголок. Типа L, короче, по-русски. Это просто символ, да, вот. Означает? Так, я снимаю именно экран. Пойдут на концерт. Вот. Да, я знаю, что он будет. Вот, это следующая пойдут надпись. Пойдут на концерт. Мне кажется, я знаю, что сделала. Пиши, так. Я тоже знаю, давай. Давайте. Так, Марго теперь записывает. Потом они будут расшифровывать мою фразу. Девчонки расшифровали мою фразу. Нашли все стены, нашли все надписи, которые были спрятаны при помощи дополненной реальности на стенах, и разгадали мое предложение. Вот, записали его и представили мне. Друзья, скажу сразу, что задания это были связаны с математической логикой. Вот с таким интересным разделом математики. Девочки, как понравилось? Да. Вообще трудно было? Нет. Окей. Только искать. Вот так мы испробовали сервис Валлами.